Продолжаю запись, четвертая на сегодня, без 25, полчасика исходил, провалялся за яблочками, пришел, перекинул файлы, короче говоря, было вес 75,9, ну, как минимум такой же самый он будет точно. Сходил в туалет. Помочился, короче. Так что вы не удивляйтесь, что я все эти подробности рассказываю. Это не потому, что я такой некультурный, а потому что так надо. 75,8. Я провожу своего рода исследования влияния яблочной, чисто яблочной пищи, диеты, как хотите, на свой организм. Поэтому надо все фиксировать. Я не только для вас это делаю, для себя, и все записываю для себя. Как я сейчас или же как буду выглядеть потом. 75,8, да? Сейчас будем кушать яблочки. Вес что-то падает. Когда мои яблоки и белый налив были в полном разваре, так у меня вес до 80 доходил. Сейчас этого белого налива уже нету. Вот, а остальные яблоки много гнилых червей. К сожалению. А те были получше яблоки. Хотя тоже далеко не ах. Но все-таки... Спасибо на этом. Представьте, сколько можно денег экономить, если в ходе вот этих вот записей, ну, действительно будет доказано, что со мной все в порядке. То есть лето можно целую кучу денег экономить. Даже дело не в деньгах, дело в перспективе, то что здоровье сохранится. Никакие аптеки, никакие лекарства не нужны, поверьте, это существенно. Если кто еще не сталкивался с этим, я не для себя эти лекарства покупал, но я уже с этим сталкивал. Так, яблоки. Тут разные яблоки. Большие и мелкие. Яблок на поселке у нас мать мучая. Совершенно абсолютно разных сортов. И белый налив, и мелкие, и крупные. Ну, как бы с хозяевами я не контачу. В такую жару все сидят дома, по домам, либо на работе. Вот, они валяются, гниют. Ничего жалко, я не думаю. Осам не жалко. Я уже стал поспокойнее к яблокам относиться. Видно, что уже насыщение подходит к своему пику. Сейчас настругаю, начищу, а руки помою и буду лопать. По идее, после монофруктов надо переходить на жидкое питание. Для этого, как минимум, надо покупать магазинные соки или иметь соковыжималку, свежие фрукты, фруктовые соки делать. Ни того, ни другого у меня возможности нету. В магазинах соки я знаю, какие там. Дело не в том, что я надеюсь на соки, на их
энергетичность и калорийность, ну, короче говоря, белки, углеводы, такое. Дело в том, что там химия, синтетика. Как раз весь смысл перехода на соки, причем не просто на соки, а именно на разбавленные соки, чтобы организм начал перестраиваться и искал перспективу вместо физической пищи, начался процесс холодного ядерного синтеза. Ну там реально концентрат сплошной. Там у меня все равно денег нету, даже если бы я все-таки решил. На данный этап у меня нету денег на соки. Я прекрасно понимаю, что без этого может сорваться весь мой переход. Ну, бывают параноиды описывают свой опыт перехода, и они минуют стадию жидкостного питания чисто фрукты, а потом уже переход. Думаю, у нас на поселке от 50 до 100 яблочных деревьев, причем большая их часть, это именно та, которая растет за пределами чьих-либо дворов. Помимо этого еще шелковица, вишня, груши есть, но они мелкие, их мало. А груши у меня, честно говоря, расстройство желудка, по ночам буду бегать. Они хорошо, чтобы желудок прочистить. Груши, виноград, это когда заходишь на голодание. Вот это лучше всякой пранаямы. Это шансакшаланы. Когда соль. Делаешь соляной раствор, 3 ложки соли на литр воды и пьешь. Тогда тебя крутит. Зато все паразиты вычистятся. Все. У меня паразитов не было. Они на веганской диете просто бы не выжили.
пока что. Пятьдесят 7%. Можно загрузиться быстрее. Ну, не с этим порядком.
я извиняюсь, воздух выходит из-за того, что когда ешь и латаешь воздух, он жутко попадает. Никак от этого не отпускаешь. Ну, все автоматически происходит. Я в своей волне пытаюсь успеть обработать то, что хочется успеть. На самом деле я неправильно питаюсь, то есть сам продукт очень даже правильный, надо четко сосредоточиться на пище, жевать закрытым ртом, жевать не меньше чем 100-150 раз, чем больше, тем выше. Такая поговорка: твердое пить, жидкое есть. Яблоко нужно так разжевать, чтобы впитать прану, которая содержится в яблоке, численные железы.
Два часа три минуты. Два часа. Блин, не успеет обработаться, загрузится быстрее. Здравствуйте, меня доктор что-то просит. Здорово, синяя картинка вышла. И яблоки тут красивые. Сразу видно, что их обильно опрыскивали. А иначе они бы так не выросли. На картинке.
Если компьютер и в дальнейшем будет подвергаться такой нагрузке, так оно и будет. И при этом не накроется медным тазом, после того, как это случится, я ему поставлю памятник. По крайней мере, месяц-два продержится. Там же температура спадет, конечно. Я ему из него самого сделаю памятник. Он свои 5000 реально уже на все 100 отработал. Еще даже может и окупится. По крайней мере 2800 благодаря этому компьютеру я уже заработал. И это только мои 60%. На самом деле там около 3000 гривен. Потому что 40% забирает YouTube. Мне Виктор очень здорово помог. Он у меня был на прошлой неделе, такой жары еще не было. В комнате плюс 26. И тогда у меня комп винду перестановил. По сравнению с тем, что было, можно сказать, что он у меня сейчас вообще летает.
Знаете, я по жизни легких путей не ищу. Никогда не искал. В школе всегда старался делать все как положено. Не всегда получалось. Дома я уроки почти не учил. Я все учил в школе. Ну и дома я тоже. Если смотрел телевизор, то это большей части были именно документальные фильмы, именно про природу. Или дома делал на улице. И просто там с компаниями по вечерам, да? Нет. Нет. На работе, когда я стал бригадиром, можно сказать, я был очень строгим бригадиром, потому что ко мне так строго относились мои администраторы, менеджеры. С меня спрос был велик, и мне приходилось быть строгим. Зато благодаря моей строгости, так называемой, воспитались двое бригадиров. Но у них должны быть свои задатки, а не просто так. У них наорал, он стал бригадиром. Они очень шустрые ребята. Один парень, другая девушка. Но долго они не проработали. Хотя другой ушел в другую торговую сеть и до менеджера доработал. У него высшее образование. Хоть и не торговое, я так понял. Стас. Привет тебе.
Быстро, однако. Загрузка, выгрузка, в смысле передача идет быстро, одна. Не успевает обрабатываться, блин, на этом видеомастере. Да не то чтобы прога плохая, просто компьютер слабый. Вообще не для этого брался. Я вообще не думал, что буду этим заниматься, когда выбрал. Но я взял хороший компьютер на то время. 5000, двухъядерный был в 2007 году. Это хорошая была модель. Дороже его было только там за 10 тысяч. Из того выбора, что я имелся в магазине. Я к тому времени уже опыт имел. В плане того, что возьмешь дешевую вещь, пожалеешь. Взял домашний кинотеатр за 699 гривен. Тогда еще студентом был, только стипендию получал. А у Родакова уже был нормальный кинотеатр. Ну, короче, этот домашний кинотеатр был такие вот колоночки. Сабвуфер, сам проигрыватель на 5 дисков. Он явно был бушный, но я об этом так и не подумал, в кредит, короче, по 69 гривен выплачивал. Ну, к своему дню рождения. А он как раз к своему дню рождения накрылся медным тазом. Тупо не перестал работать. Я его раз отнес, его сделали, второй раз уже относить не стал, просто радио работало, ну и ладно. С тех пор я понял, что нельзя покупать дешевые вещи. Так я купил ноутбук дорогой. Так и купил телефон дорогой, относительно, конечно. Она была дороже видеокамеру покупать. Так я купил бритву за 1200, фотоаппарат за 1500, там мыльница была. Вот, и, значит, потом себе кинотеатр покупал уже с напольными колонками за 4 с чем-то, по-моему, с половиной. Вот, ну и принтер вместе с компьютером я брал НПО. Не то чтобы я люблю об этом рассказывать, потому что телевизор был самый крутой за 10,5 3D-шный. Я веду к тому, что если что-то покупаешь, так бери самое лучшее. Или если чем-то занимаешься, это делай, выкладывайся на всю катушку. Чтоб ты знал, что ты сделал все возможное. С бабушкой я именно по этому принципу и жил. Маша, я ей сразу так сказал: бабушка, у нас с тобой только одна пенсия. Если ты боишься оставаться одна дома, Шурик на работе, сейчас я только дома. Если ты боишься одна оставаться дома, целый день не есть, ну, естественно, что она боялась, целый день не есть, лежать, ну, сами понимаете, не поменянным, не постиранным, ничего. Я сказал, либо я сижу дома, но мы с тобой экономим, едим только то, что можно купить на эти деньги, плюс экономим на лекарства. То есть какие-то там фрукты, какие-то овощи в сезон и каши. Вот, и тут даже разговора особого не было, все по ходу дела выяснилось, нету денег, вот и все. Шурик ничем не помогал на тот момент, когда мы только начинали. Пенсию перестали носить уже через год. Тогда он по 200 гривен давал раз в 2 недели. Вот. Ну, бабушка, конечно, сильно, очень сильно психовала, что не могла там хлебушка. Хлеб я не покупал ни себе, ни ей. Это к запору только приводило. Она сильно психовала, расстраивалась, что не можешь хлебушка с колбаской скушать. Просто сейчас я уверен, что я выложился, сделал все возможное, чтобы она прожила как можно дольше. Вот, если бы я ее кормил там колбасками, хлебушками, я думаю, она бы прожила меньше.
по крайней мере, она бы мучилась больше, чем она была на самом деле. Поэтому, говорю, если что-то делать, то надо выкладываться. Если заводить семью, то надо полностью отдаться семье. Никак иначе, по-другому быть не может. Я не готов сейчас заводить семью, у меня просто нету возможности. Да и желания уже никакого нет. Зачем семью заводить, не знаю, что будет дальше. Тем более, мое фруктоедение, ну не каждому понравится. Надо как минимум себе искать жену такую, чтобы понимала и хотела. Короче, я тоже как минимум фрукторианку. Или хотя бы сыроедка. Но сейчас из девушек мало кто питается чем попало, следят за фигурой и тому подобное. По этому поводу, как бы особо проблем, я считаю, не будет. Чисто логически подумать. Все-таки следят, да, за фигурой там, и тому подобное. Это все правильно. Но не потому, что хотят там фруктоедом стать, либо сыроедом и дальше пойти тем же самым кормить своих детей и тому подобное. Нет, просто боятся, что не найдут себе нормальных парней, у которых есть деньги, машины. В первую очередь надо искать хорошего мужа и отца, а не просто так парня на один вечер. Надежного именно и верного. Ну и самой быть верной, конечно же. Так, ладно. Это тема закрыта. Я рассказывал в одном из прошлых видео по поводу телегонии и влияния первого самца. Поищите, посмотрите. Именно в дневниках. Я по этому поводу думаю. Там телегония, там как скрещивали жеребца, зебры и кобылу, лошади чистопородные, что-то потом получалось, и как голубей скрещивали. А там же я рассказывал, что моя мать в юности изнасиловали, она делала аборт. Ну, это я по поводу телегонии, то что, ну, как бы на мне это не сильно отразилось, но факт остается фактом. Просто, ну, у животных, как бы, среда, в которой они растут, на их поведение, как бы, имеет отношение, но оно не сильно варьируется. Животное – это животное, а в человеческом обществе по-другому. Имеет большое значение, имеет кто отец, но гораздо большее значение имеет то, в какой среде, какое сознание у человека. Тут же и телегония, и как рос человек, и, возможно, инкарнация, то есть та же самая карма, то есть прошлых воплощений. Это все интересные темы, но доказать это все очень сложно. Есть, нет, но исключать не стоит. Загружено на 89, а, блин, не успею.
97%, 97%. Сколько тут? 5 видосов обрабатывались. Ну, короче, видео 10-часовое. Или около того. 6 часов обрабатывалось. Надо. Можно, в принципе, запускать заново. Восстановиться должна, по идее. Наверное, не сразу, но... выпадают, это факт. Но я не лысею, это тоже факт. Закончилось. Всем спасибо, все будет. Надо сделать, постараться еще успеть. Хотя от меня, честно говоря, там немного зависит. В любом случае обработка будет. Так, сейчас я перенесу. Чтобы я не путался. Наверное, придется перезапустить. Одиннадцатый день закончен обработка. Сейчас пойдет 12 августа. Похоже, что не восстановилось.
Не установлен. Ладно, я пока удалять не буду. Загрузилось 5-часовое видео.
текстом. Короче, ладно, я делал по 300, хотя было по 200,
походу качает нормально. Успевает, по крайней мере, качать. Обработка не успевает. На следующий раз я подготовлюсь.
Червячок путешествует. Говорит о том, что яблони не обрабатывал. Яблоневая подожорка. Это хорошо. Червячка можно всегда обрезать. Итого уже почти 3 дня загрузилось. За один день
если не считать обработки, 30 гигабайт. А в обработанном состоянии, не знаю, даже около 10, может, не меньше. Честно, я не считаю. В следующий раз можно посчитать, это интересно. Тот самый вариант, исходный формат AVI, но гораздо низкого качества. Из 2 гигабайт получается можно 300 сделать. Здесь не надо качество. Я буду немножко не в качестве всего лишь видео. Главное сам факт того, что блин. Тормозилой. Можешь такое придумать. Mozilla. Не успевает компьютер за мной реагировать. Пока перезапустил Mozilla, он все не отвечает. Дело не в Mozilla, дело в компьютере. Он перегрелся сильно. Если компьютер накроется, буду ездить в компьютерный клуб. А что делать? Буду голым зимой. Голодным, холодным, научусь контролировать себя. Но я это дело не брошу.
этим самым положительным моментом, который был в оккупации, и то, что я бабушка за нас с одной пенсии, это именно то, что меня к этому привело. Можно было вернуться, приехать в Полтаву, да? Найти себе работу. Так пусть дворником, там, мойщиком, неважно. Это была бы работа. Я так просто не сдамся. Не хочу я больше так работать. Подыменил. Орех и не мечтаю. Телевизор мне природу заменил. Лава, 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 лава. Лава, 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 лава.
Не до конца, блин, давай. Буквально 1 минута. Эх, раньше бы мне этот видеомастер столько времени вывел. Должна быть сейчас 41 минута и 30 дней видно сколько. Сейчас 41:34 добавила, сейчас 40:43. Ладно. Это удалим, загрузим повторно. Просто так осенило, когда я заглянул в настройки, чтобы скачать видео именно с моего канала, сколько оно весит. Я так подумал, если они его меньше сжимают, значит я смогу найти эту программу какую-нибудь и сжать ее. Мне раньше так не осенило, видать не так сильно надо было. Если бы не эта программа по сжиманию, я бы не смог сейчас снимать это. Плюс еще картридер и это принес. Но так я за 5 минут 5 гигабайт перекидываю с флешки на комбо, а так 2,5 часа, есть такие разницы. Самое главное
не полный файл, но он все равно загрузился и обработался и сохранился, как будто целый файл. Новый файл обрабатывается не скоро, поэтому пусть этот грузится. Я пока что-нибудь еще поищу загрузить. Обработано 1%. Ну ладно. Теперь я разобрался с этими форматами, какой лучше всего выбрать. 6 часов будет сутки обрабатываться. За 4 суток можно целую неделю обработать и загружать.
началось. Я пока перезрелая, но зато в нем есть крупные косточки. Есть его невозможно, даже опасно. Но косточки хорошие. Такие вот здоровые яблоки от таких косточек. До свидания. Даже конечно. Мало еще.
тоже яблоко практически перезрешено. Косточки не совсем спелые, светлые. Нифига себе, почти загрузилось.